Этот кактус расцвел. На самом деле это видео не про кактус, а про бабочку, информация про ней. К сожалению, она будет грустная, так как она умерла. Что с ней стало? Что с ней произошло, я вам сейчас покажу. Да, вот она, бабочка. Она находится на картинке дельфина Фалины. Что вам рассказывать? Вот это наш Фил. Красивый бабочек. Он уже бы засох. Вот сразу я видел его смерть. Умирал он в день. Он был очень ослаблен, есть не хотелось. Время падало, даже не мог... Ну, летал он, летал, но так вот. И очень сильно. Усики отвалились. Хорошо, почти что месяц оставалось, получается, ему. А, ну да. Остался ему только один день, чтобы был ровный месяц. Но он, к сожалению, не дожил. Зато можем посмотреть его окрас. Мне было очень жалко. Я не могла подумать, как, но я знала, что такая же бабочек. И я знала, на что иду. Буду заводить ли я бабочек? Не знаю. Такое же вовсе. Эх, как жалко. Так, что произошло с коконом, с куколкой парусника Румянцева? Она, к сожалению, тоже со времени вылупилась, и я ее тоже взяла и засохла. То есть она стала сухой, да, она была очень мокрая, но она, к сожалению, не вылупилась. Из трех бабочек парусникова Румянцева вылупилась только одна, и, к сожалению, это не моя. Но, к счастью, что вылупилась у другого человека. Так, солнышко светит, как хорошо. Что дальше? Ну, посмотрим куколку. Как Фил вылупился из куколки, что с ней стало. Ну, я ее показывала. Такое. Вот такая вот красота. На самом деле, тут должна быть еще такая вот куколка, только полная. Но она у нас была вскрытая, то есть я ее скрыла, посмотрела как. Это было до того, как я начала заниматься ютубом. Вот отсюда просто бесточек. А, надеюсь, вам что-то видно, потому что не видно. Тут, короче, вот он листочек. Будем её. Так вот. Это дельфина Фалина. Честно. Я знаю, что что голубые морфы, они, не знаю, как показать. Они обычно при смерти начинают обдирать свои крылья. Но у меня он ободрал совсем чуть-чуть. Не знаю, видно или нет, для вас на телефоне отсвечивает. Тоже хочу вам показать красненькие эти точечки, они видны.